Зритель мой, здравствуй. Жизнь как песня. Это про мою сегодняшнюю гостью. Девочке было чуть более 2 лет, когда она запела. И с той поры с песней не расстается. Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с Ольгой Миланич. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. А вообще Благовещенск – это ваша жизнь практически вся? Да, да. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь училась, я здесь замуж вышла. Ну, так а какой Благовещенск был в вашем детстве? Ой, какой классный был. Вы представляете, вот помню старый рынок, и мне было лет 15, наверное, мы с мамой поехали картошку продавать. А рынок был, где наш сейчас универмаг. И вот эти вот деревянные были тротуарчики такие, мы досточки обыкновенные сбитые. Шаткие. Вот, шаткие, мы по ним идем, выбрали где-то место. Но денег было, мама по инвалидности была, маленькую пенсию получала. И вот самая была основная задача, чтобы продать эту картошку, чтобы нам хватило к 1 сентября пойти в школу отбуться, одеться. Представляете? Девочку в школу собрать. Да, да. Так как нас было 3, но потом 2 осталось девочек, вот я и младшая сестра. И нужно было и обуть, и одеть, начиная от бантиков и кончая туфельками. Мы же должны быть красивыми. А чем еще был классный Благовещенск? Какая атмосфера? Какой роман доброта, был в городе? Доброта. 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 Были открытые лица, открытые, добрые. Вы представляете, мы уходили в город, на петельку закрывали скобу и ставили туда палочку. От ветра? От ветра, чтобы дверь не открывалась. И уходили в город. Да мы ладно? Приходили, палочка оставалась. Или просто замок вот так накинем, даже на ключ не закрывали. А у вас был деревянный дом? Да, деревянный в дом. В каком районе жили? Горького-Артиллерийская. И это никто где не воровал, шестая школа? Где шестая школа? Сейчас это 6-й лицей. Никто ничего. Абсолютно. Была одна собака, сторож. И все. И мы уходили на полдня, на целый день приходили, все нормально, все. Мы даже не заморачивались, какие-то там решетки ставить или это. Да это вообще немыслимо. Ольга Владимировна, а вообще детство это счастье? Если да, с высоты прожитых конечно, лет смотреть. Конечно. А из чего счастье детства соткано? Ой, наверное, с того, что мама отправила в музыкальную школу с папой. Наверное, что я участвовала, была участницей ансамбля «Ровесники», где я пела там. Где я ждала каждую минуту, что мне нужно идти в музыкальную школу. Я каждую минуту ждала ансамбля «Ровесник», отвезти сестру младшую сначала в хореографическую студию, а потом в вокальную нашу студию. Ну, в общем, вечерами сидишь, руки делаешь, радио включишь. Вот счастье было, когда спектакль, радиоспектакль слушаешь. Вот было счастье. Тишина такая. И вот представляешь всю эту картинку. Окно в мир было радио? Да. Телевизора еще не было? Был телевизор, но это уже позже, когда мы уже взрослые стали. А так вот в детстве, да, мы ходили вас мультики смотреть. Вас радио образовывало, да, воспитывало? Да, да, мультики мы ходили за стенку к бабушке смотреть в определенное время, мультфильмы или фильмы. Вот в то время у нас появился телевизор, когда 17 мгновений весны появилось. Вот город тогда замирал, и все смотрели. Да, вот тогда мы все усаживались. И вот смотрю вот сейчас, вот иной раз вспоминаю. Стоит кровать, такая нарядная, красивая. Помните, подушечки рядами? Подушечки, накидка, накидочка. Конечно. Вот это я все заправляла, красиво, сяду туда. Здесь стульчики расставим, смотрим этот телевизор. Тишина, покой, печка топится, тепло дома, хорошо. У нас окна выходили на улицу Горького, как раз солнечная сторона. А еще один такой, помню, момент. Ой, умрешь. Я маленькая была. Захожу, ну, зима еще, там, ближе к весне, наверное. Села так в окно со школы, села, отдыхаю и смотрю в окошечко. Солнышко светит, голубое небо, обожаю голубой цвет, голубое небо, вообще солнце обожаю. И слышу, ну, вроде как птички поют, чириканье. Я так поворачиваюсь, я говорю, мам, я говорю, ты посмотри. Я говорю, так слышно, как птички чирикают. Она, ну-ну, повернись вон туда-назад, посмотри. К печке приставлена была коробка, а там уже были маленькие желтенькие цыплятки. Комочки, цыплятки, вы представляете? Вот такой был Благовещенск. Такой был Благовещенск. С печкой, с цыплятами, да, и, да, и без замков. Да, и без замков. Я вначале сказал, что вам было чуть больше 2 лет, и девочка запела. Да. Как это было?
Ой, умрешь, мама рассказывает. Ну, это около 3 лет где-то было мне, что у нас, во-первых, купеческий дом был очень огромный, очень большой. Там 200, наверное, квадратных метров. И вот была высокая такая, высокая веранда. Оля выходит, это лето, ведро переворачиваю, что-то там ползу, где-то пыжусь. Ну, залезла артистка больших и малых, вытянула шею. И первая моя песня была «Йоса, Йоса, намя полковое, солдаты посек». Все. Бьется, бьется знамя полковое. Да, да, это была моя первая песня. А почему? Потому что мимо нашего дома, по улице Горького, ближе к первой горбольнице, проходили постоянно, ну, я не знаю, там отряды или же взвода, сейчас их так называют. Военные постоянно. Военные проходили мимо нас. Ну и вот посвященное. Откуда это у вас радио? Это все радио. Все напитало радио? Да, это все радио. Все радио. А в 5 лет я уже перед зеркалом стояла, дирижировала. Все это радио. Я не знала, что такое пианино, и только представляла. И вот нам привозили дрова с мебельной фабрики, такие кусочки мебели, остатки. Вот я складывала и играла. Импровизировала. Да. Импровизация была, да, на деревянных досточках. Вот как-то вот, так. Надо родиться с этим. Ну, да. Нельзя, да, этому научиться. Да, наверное, кстати, да. Кстати, а кто вы по образованию? Вообще я закончила училище культуры, хоровое дирижерское отделение. Немножко поработала по специальности, потом так случилось, что я вышла замуж, муж военнослужащий, двойку закончил наш, уехал в Приморье, мы уехали туда, немножечко пожили, но жизнь не сложилась, я вернулась сюда. А перед этим много лет, около 8 я проработала телефонисткой. Не телефонистка, а оператором районного переговорного пункта. Вот сегодня 30-летние и младшие, они не понимают, о чем мы говорим, какой переговорный пункт, когда есть все в телефоне. Да. А раньше это были кабины, Архара, третья кабина Сковородино, а с Южно-Сахалинском нету связи. Да. Вот была такая жизнь. Да, это так было. Вот что это был за период жизни? Ой, вот такой интересный. Ну, приходит ко мне, вот не забуду, девушка, ну, на снастях уже, вот-вот мамочкой скоро станет. А были еще, вызывали на переговоры по телеграмме. Приглашаетесь такого-то числа в такое-то время на переговорный район, на переговорный пункт соединить, значит, с Сахалином, предположим. Но связь отвратительная. Треск, и бедненькая, она там сидит, пыжится уже никакая, тяжело сидеть, и час, и полтора, и два. Но в результате я ж не могу равнодушно смотреть, как девчонка мучается. Ну, я сама тогда молоденькая, что мне там, в 83-м году, я там 24-25 лет. Я скорее поднимаю трубку, и мы друг друга, телефонистки, не видели абсолютно. Мы только по голосам, только слышали себя. Номер, у каждого, был порядковый. Я третья была, а соединяюсь с 18-й, например. Надюшка, привет. Надюш, ну соедини быстрее. Ну вот девчонка тут беременная, вот-вот сейчас родит, ну вот не получается. Сейчас, тык-мык-тык, все ж таки, ра у нас здесь также, была у нас гарнитура, подправить, наушник, гарнитура, все у нас также, штекеры, и мы все соединяли, очень было интересно. Потом много прибегало курсантов, молодых офицеров. В любви признавались? Да, конечно. Ну, как без этого? А о чем говорили люди? Наверное, все равно как-то краем уха же ловили разговор. Да, конечно. Хотя бы начало разговора надо послушать, что люди стали говорить. Ну, подслушивание и там, что слушать некогда было, потому что я же в гарнитуре, это раз мне не слышно, а во-вторых, у меня тут соединения идут, поэтому редко когда. Ну, эмоции кипели, это же жизнь. Конечно, конечно. Вот так поворачиваешься, стоят 5 кабинок. Ну, один кричит там, не слышу я тебя, громче говори, да, родила сына, все нормально. Вторая там смотрит, мамочка, я уезжаю отсюда, никого нет, никогда не забуду. Да, этот ушел, не познакомился, и второй ушел, не познакомился, никого здесь из мальчишек нету, познакомиться не с кем, все, я уезжаю. Даже такой был случай, она, бедная, плакала до такой степени, что ни с кем она познакомиться не смогла. Ну, вот были такие моменты. Жизнь. Да,
Да, и это все было вот оно, вживую. Это не придумано все, это все вживую было. Это жизнь. Те, кто старше 40, прекрасно это помнят понимают, о чем мы говорим. Молодежь, ну что, пусть узнает нашу историю. То есть сейчас, если молодежь сейчас в такие условия посадить, они не смогут. Да смогут. Не смогут. Уже, не дай бог в эти условия, жизнь наша должна развиваться. Тогда в тех условиях было интереснее. Намного. Но в то же время и женились, и влюблялись, конечно, и на свидания не опаздывали, конечно, и детей рожали, все делали, и все успевали. Вы больше 30 лет были солисткой Амурского областного нашего хора. Да, Амурского этот народного народный хора. Хор. Этот период жизни, за что вы ему благодарны? Да за все. Он мне такую школу жизни дал, он школу вокальную дал. Вы представляете, я пришла в 17 лет, я на втором курсе училась в училище культуры. И все, и я, это вся моя отдушина, это все там, я не могла жить без песни, и все, это мое родное. Тут и все, гармония моя, да гармоночки, да золоченые, да уголочки, а ты играй, 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 да подголоски подбирай, я веселая, да я бедовая. Вот, пожалуйста, это все мое, то есть в семье у нас музыкальная вся семья. Ну, вот смотрите, только народный хор, там не платили зарплату, это все было бесплатно. Но я ходила ради песни народной. Что вам это давало? Все. Все, жизнь мне давала, воздух давала, это любовь давала. Это был ваш кислород, это ваша жизнь была? Да, да. Я просто туда вот бежала, я просто летела туда. Я не могла находиться вот без песни. Ольга Владимировна, вот у вас две голосовых связки, и у меня две голосовых связки. Фониатор их может и не отличить. Но вы поете, я нет. Что такое голос вообще? Душа, наверное. Душа. В первую очередь душа. Душа. Вот бывают люди равнодушные, что спела, ну и ладно. Иной раз подходишь, ну что, как, ну ты со стороны-то там, может быть, я где-то... Да как, да нормально, что, спела. А другая, у тебя такие вот такие интонации, вот такой вот... Вот мы в музее, когда с сестрой проводили концерты, у меня свой личный концерт, и Елена Ивановна Пастухова, вот она такие слова находила, что я думаю, господи, да неужели правда же вот действительно что-то? Она слышала вот именно те интонации, которые вот все это, я не могу, например, словами это передать, а она смогла это людям передать, а я голосом, я пением это передаю. И вот такая вот у меня вот есть у меня в душе сидит мелодия, вот я ее не могу как-то вот на людях, она грустная, но вот она вот такая глубокая. Напоминает мне слова бабушки моей. Баба Гаша, она умерла, в 92 года умерла у нас. И она мне рассказывала, что вот как их молоденьких заставляли идти там детей нянчить чужих, зарабатывать копеечку, как вот их отдавали за нелюбимого замуж, чтобы только там он богатый, а ты бедная, чтобы хоть что-то как-то семью продержать. И вот... И спойте. Вот она вроде как авторская, как мне сказали. Но я считаю, что это казачий плач. Ой, на сердечушке ледок, ой, много-много на леди, накину грустный платок, пойду из дома на люди, из дома в дом, из дома в дом. Примите, люди добрые, примите девушку ладом, утешьте разговорами. Худаю я, да, милый, тоже вы худал,
Худает он, худаю я, не знаем оба выхода. Вы нашу знаете любовь одной деревни жителей, а заиметь свою свекровь мне не велят родители. Все или еще есть? Еще есть. Пойте. Потрясающе, потрясающе. Мне не велят, да и ему наказано поосторожнее гулять, себя семьей не связывать. Вы нашу знаете любовь одной деревни жителей, а заиметь свою свекровь мне не велят родители. Вот вся так. Судьба человеческая в этой песне. Да. Потрясающе. Представляете, вот она у меня там сидит много-много лет. Слава Богу, что она живет в вас, и вы ее поете, и это просто удивительно. А вообще бывают моменты, когда не поется? Да. Вот не хочется. Да, да. Такой недавно был момент. Я год тому назад сделала операцию. Ой. И не до песен было. Ой, такой был тяжелый период. Я думаю, Господи, да зачем я ее сделала? Да лучше бы я ее не делала. Мне вот до нее было лучше, а сейчас я вот так вот и... И не пелась? Нет. Вот, наверное, не пелась, наверное, месяца четыре. Вообще, вообще не могла ничего видеть, слышать, и больно очень было, и тяжело было, и я себя чувствовала беспомощной. А потом, когда здоровье пошло на поправку, и песня опять вернулась, да, и пришло желание спеть? Да, да. А знаете, когда? А когда в городском доме народного творчества объявили конкурс на лучшее исполнение... Значит, эстрадного пения, народного пения и академического пения конкурса. И я себе случайно в сетях в социальных вижу рекламу, и я почему-то там пою. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то на... Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Мстить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Вижу, что моя фотография. Думаю, да что ж такое? Фотография есть, и меня не будет. Ну как это так? Зритель мой, вот здесь мы поставим многоточие и продолжение нашего искреннего разговора о самом главном, о жизни с Ольгой Миланич. Смотрите, пожалуйста, на следующей неделе. До свидания. Thank you.